Я сейчас быстро бегу опять по своим документальным делам, показываю всем бардак. Сейчас перевожу камеру и показываю, что у меня тут привалило и почему у меня такой бардак. И мне нужно еще быстренько перед выходом, пока не приехал за мной водитель, заснять еще одну свою идею, тоже кусочки идеи. Нужно мне эти заснять и все показать. Поэтому сейчас перевожу камеру и показываю, что мне тут привалило. Та-дам! Мне моя клиентка вчера с мамой привезли кучу, два пакета, говорит, вот вы шьете, а мы хотим выбросить. Я говорю, вы что? У них шила бабушка, то есть как моя мама, она шила, я так понимаю, заказы, судя по залежам. Посмотрите, какой огромный пакет был. Лакуся, не мешай. Молнии. Это вот декор, куски кружева для декора. И такие кусочки, и вот такие кусочки шитья. Это, ага, вот еще липучки, кусочки. Ну, то есть как раз, вот видите, как обычно мы там покупаем по 10 сантиметров. Посмотрите, какая тесьма шикарная. Это тесьма еще тех времен, которые моего детства. Шикарная тесьма. Где-то еще не нахожу. Я тут перебирала. А вот маленький кусочек вот такой красивой тесьмы. Куда-нибудь в пэтчворке использую. Куча, просто масса таких вот всяких крепов, кусочки нейлона. Посмотрите, вот такой шелк шикарный. Куски меха где-то вот. Вот и еще кулечек. Ну, то есть все, уже перебирать не буду, пыль поднимать. Вонный раз. Очень много сетки, которая ставится на подклад, под шифоны. Это маленькие куски есть, огромные куски. Ситец. Тут, в общем-то, гляньте, подкладочная какое. Просто оно так было свалено у моей мамы. Ну, может быть, девочки, когда перебирали, чтобы уже не складывать, скорее всего. Ну, это не беда, я все поглажу, все новое, все целое, все отличное. Они, знаете, бывает от слеженного запаха, никакого запаха, нигде ничего. Они переживали, что может там запылилось, ни грамма, ничего, ни пыли. Я сразу бы отреагировала на пыль. Посмотрите, какие отрезы. Это я буду делать. Покажу потом, что я буду делать. Не буду озвучивать, а то идеи выхватываются. Пока озвучишь, видео выходит раньше, чем мое. Поэтому не буду озвучивать, покажу уже. Гляньте, какие цвета осенние. Вот еще, гляньте, какой кусок огромный он. Ну, в общем, рыть не буду, потому что я уже рыла. Сейчас еще кое-что покажу. Вот еще огромный кусок отрез. Вот этот. Это вот он такой, видите? Модный, как будто бы пазлы. Такой вот. Вот такой вот, в общем, огромный. Вот такой кусок плотный джинса. Представляете, как работает мысль? Я все думаю, ой, хочу сумку. Такую типа как спортивная, не спортивная. Ну, я же тоже умная, насмотрю все умных людей, талантливых. Хочу, и нужен плотный джинс, думаю, меньше дублировать. Вот, пожалуйста, видите, как работает. Ой, что-то я поцарапалась. Видите, как работает мысль, желание. Огромный кусок, я посмотрела здесь как раз на все мои, что я хотела. Темный джинс. Отстрачивай, настрачивай, что-нибудь можно. В общем, теперь нужно думать, чтобы не сложил хомяк и не спрятал. Посмотрите, какой огромный кусок вельвета. Я не меряла, но около 2 метров. Будет видно. Надеюсь, видно. Ну, в общем-то. Вот такое счастье мне привалило. И девочки сказали, что еще... А, и вот еще, смотрите. Вот еще. Тут прям гейши какие-то. Вот так вот. И вот. Да, это мой. Это мой. Все. А, и вот еще. И вот еще. Все в таком осеннем цвете. Не успевает настраиваться мой телефон. Поэтому я тут сразу опять, как всегда, пылесос, чтобы сразу где какой лоскуток отпал мелкий, пропылесосить. Все. Всем пока. И, ну, даже не знаю. Даже не знаю, как я все это соединю. Может быть, просто таким коротким. Поэтому все, всех целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в гости, если хотите передавать кому-то привет, пишите, передам приветы, только, видимо, у меня выходят в течение месяца полутора, после того, как я, всем привет передать, ну как же.
Мать разговаривает с телефоном. Все, всех целуем, обнимаем.